В августе ключи от новеньких квартир получат жители Сенгилея. Трехэтажный кирпичный дом на 2000 квадратных метров построен по заказу правительства. 24 квартиры приобретены для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Еще 17 для детей-сирот. А план на сегодняшний день по сдаче дома декабрь этого года, но фактически дом будет вводиться в третьем квартале. Планируем, что до 1 августа будут закончены все работы и дом введем в эксплуатацию. Поквартирное отопление, стены из керамического камня, железобетонные перекрытия. Качество постройки оценил глава региона во время рабочего визита в район. На площадке уже завершили стяжку пола и остекление. Строители занимаются внутренней отделкой и прокладкой газовых сетей. По благоустройству предусмотрена здесь детская площадка, парковка на 12 автомашин, площадка хозяйственная, площадка для отдыха взрослых. До конца года квартиры в новых домах получат 219 детей-сирот в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Еще 214 человек из 21 аварийного дома будут расселены. Анна Тищенко, Даниил Сурков, новости Управды ТВ.